ходишь в школу? Конечно, я учусь во втором классе. От создателей закрытой школы. Совсем скоро. Школьные проблемы покажутся шалостью по сравнению с этим. Каждые 5 лет находят девушку с вырезанным сердцем. Дело рук секта сатанистов. Здесь страшно. Не по-детски. Мне нужно сказать тебе один секрет. Здесь нет покоя ни живым, ни мертвым. Я только и думаю о том, когда все это закончится. Когда мы перестанем наконец-то говорить о этих призраках. Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. В доме, из которого нет выхода.